Проект «Центральная Азия» – это старый древний проект Великобритании. Он называется сейчас проект «Большой Афганистан». Дело в том, что сердцевиной или самым большим клондайком природных сырьевых ресурсов, необходимых для развития 4-5 промышленной революции, эти месторождения находятся на территории Афганистана. Коммуникации находятся на территории Афганистана. Я хочу отметить, в 21 веке, кто будет контролировать дороги, тот будет контролировать мир. Поэтому в Украине началась война, агрессии Российской Федерации, то есть перекрыли китайцам связь с Ватиканом, потому что коммунистический проект – это проект Ватикана, и было согласие между англосаксами и Ватиканом созданием управления Китаем совместным, то есть